Вот мы думали, проскочили. Они проскочили. У рыжика начался цистит. Очередной. Уже третий раз. Вот писает помаленьку. И часто садится на горшок. Вот горшок пришлось поднять на клетку. Смешно, конечно. Потому что у нас Кузя с подозрениями тоже подсаживался там на улице. И не хотел идти домой. Ну вот, короче. Не проскакиваем весну. Весна, осень у нас просто веселые месяца. Ась, нет, тебе к Саше нельзя. Вот сидит теперь. Ну, молодец, хоть показывает, прибегает и показывает, что ему плохо. Поэтому даем Синулокс, ножку и Ура-Урси будем покупать. А Кузю пронаблюдаем, и, может быть, я сейчас его отправлю домой. А то рыжику спокойно пописить не дают внизу. Кася на него нападает.